רוצה לקרוא כמה פסוקים ברוסית שכולם הבינו. טוב, מהתחלה. Исход 13 глава, 17-18 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близко. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет, и обвел Бог народ дорогую пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Мы читали это. אלוהים אומר שיש תוכנית קצר, אבל העם לא מוכן. Бог сказал, что есть короткий план, но народ еще не готов к этому. לפעמים כשאנחנו עובדים, אנחנו מסתכלים מסביב ורואים שהבן אדם הזה לא מוכן לעבודה הזה. Иногда, когда мы работаем и смотрим по сторонам, мы видим, что человек, который рядом, не готов к этой работе. Афилу бамишпаха каха. Даже в семье иногда так бывает. Кило ле бен ин маспик ахрают эцло. Скажем, у партнера нет недостаточно ответственности для этого. Бен адам ло яхол ישר להיות בממשלה כמו ראש ממשלה או שר. Человек не может сразу стать министром или премьер-министром. קודם כל אנחנו צריכים להתכונן לשלב. Сначала нам нужно подготовиться. כל בן אדם שצריך לקבל רישיון, קודם הוא צריך לסיים לימוד ואחר כך מבחן. Каждый человек, который хочет получить водительские права, сначала должен научиться водить, а потом сдать экзамен. וגם אלוהים אומר לעם שכאן צריך קצת להתכונן למשהו גדול. И здесь тоже Бог говорит народу, что нужно немножко, ну как бы подготовиться к чему-то большому. ברוך השם שמשה שומע אלוהים ועושה מה שהוא רוצה ממנו. Слава Богу, что Моисей да слышит слово Бога и он делает, как Бог ему сказал. Мы אנחנו מרגישים כשאנחנו עושים פשל במבחן ולא. Как мы чувствуем себя, когда мы делаем как-то ну неправильно на экзамене? ולא עוברים אותו. Не проходим экзамен. אנחנו מרגישים בפנים שאנחנו עושים משהו לא נכון. Мы чувствуем ну не совсем хорошо, потому что мы не прошли экзамен. אבל קודם כל אנחנו צריכים לשמוע קול של אלוהים. Но сначала нам нужно услышать голос Бога. אפילו משה בפרק הבא, פסוק 13-14, פרק 14, אני אקרא ברוסית. Моисей в 14 главе, 13-14. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которого видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет побороть за вас, а вы будете спокойны. מי שקצת פספס, שם היה הפרעון ממש כועס. מי שכתוב נמנושקה פרופוסטיל, פרעון עוד שנזלילסה, נטו שטון. אפילו האלוהים עשה הלב שלו כבד. איבוקס דיאל אותי שליל אבו סטרצה. וחיילים של מצרים היו ממש כועסים. И воины Египта очень злились тоже. הם רצו לחזור את העם. Они хотели вернуть народ. Потому что это было им выгодно. И когда народ сказал, ты что хочешь, чтобы мы здесь погибли? Моше, אפילו שלא יקבל את התשובה, הוא אמר להם שתירגעו. Моисей, не получив никакого ответа от Бога, он сказал ему, успокойтесь. Потому что Моисей знал Божий план. בטח שזה היה לא נעים שהחיילים של המצרים, הכי טובים בעולם, רצו להרוג.
Это, конечно, было не очень приятно знать, что самая лучшая вроде армия во всем мире хотела нас убить. Авал, а Моше, кшамар, амилим аэлу, убифним, итпалел элоим. Но когда Моисей сказал вот эти слова «Успокойтесь народу», он помолился внутри. Афилу араш, машеулам нотен, а я бифним балев шел Моше. Шум, который был в мире, вокруг него, он был в сердце. Давайте почитаем следующие стихи. Исход, 14 глава, 15-18 стих. Бо никра перек... 14 глава, 15-18. Перек 14. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, раздели его, и пойдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же источу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. Окей. Кшемоше уцоек лэлоим. И когда Моисей кричит Богу. Ма ласот, ма ани хаяв ласот. Что мне делать, что мне нужно сделать? А Элоим, кмо хавер, уомер, ма царих ласот. Бог как друг говорит Моисею, что точно нужно сделать. У Моисея было доверие к Богу. Эцер Моше я битахон в Элоим. У народа было чуть поменьше. Может быть, поэтому надо было так вести. Хоть Моисей был спокоен, хоть он и сказал народу, успокойтесь, все нормально, все под контролем. Но Моисей хотел совета. И в притчах 20 главе 18 стих ובמשלי פרק 20 פסוק 18 предприятие получает твердость через совещание, а по совещанию веди войну, и даже совещание окей, и по совещанию веди войну. מחשבות בעצה תיקון ובתחבולות עשה מלחמה. Вот это вот совещание, это порой в нашем каждом из нас это молитва. העצה הזאת בעצם היא בשבילנו היא תפילה. И вот эта трудность, то, что мы проходим, тяжело в учении, легко в бою. То на это тоже есть комментарии. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16-18 стих. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. על כן לא נחת ואף אם יחלה בנו האדם החיצון, הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום. כי לחצנו שהוא קל ואינו, אלא לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאוד. באשר לא נצפה לדברים הנראים, כי אם אל אשר אינם נראים. כי הנראים לשעה המה, ואשר אינם נראים קיימים לעולם. כגדה נס חצה תוביץ. כשרוצים להרוג אותנו, мы хотим побыстрее избежать этой ситуации. Как можно скорее выйти из этого неприятного состояния. Но это не всегда самое верное решение. И мы можем упасть. Но что мы да можем делать? Мы можем посмотреть, открыть духовные глаза и посмотреть в картину будущего, как Моше это делал. Если даже мы это не можем сделать, то мы можем просить у Бога, который может нам открыть глаза. Это вполне нормально, что нас как бы щипает внутри вот эта неприятная ситуация. Когда Иешуа говорит Нагорную проповедь,
דרשה להר. В конце он говорит про мужа, который строил на камне. בסוף יש משל על האיש שבנה את הבית שלו על האבן. Давайте прочитаем эти стихи. Матфея 7 глава с 24 по 25 стих. Матай, чуть-чуть помедленнее. Матай. 7 глава, 24-25 стих. Швайсре. Хорошо. 7 глава. С 24 по 25 стих. Я прочитаю на русском. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. Чтобы народу войти в землю обетованную, ему нужен был вот этот камень. Ему нужно было построить вот это твердое основание, чтобы знать, для чего и зачем он идет. Потому что, как написано, Бог в самом начале сказал, почему нельзя было войти сразу. ישר אומר, למה אסור היה להיכנס לארץ המובטחת ישר, מיד. Потому что большую часть народа обратно бы захотел в Египет. כי רוב העם היה רוצה לחזור למצרים. Потому что там удобнее. כי שם יותר נוח. И не надо страдать. ולא צריך לסבול. И ничего не щипит в сердце. ושום דבר לא צובט בלב. И так проще. וככה יותר קל. אבל לא נכון. Но так неправильно. Вывод, который я сейчас хочу сказать... המסקנה שאני רוצה לומר עכשיו. Даже если где-то в наших отношениях с кем-то или в какой-то ситуации что-то нас беспокоит. גם אם באיזשהו מצב משהו מציק לנו. Нам нужно посмотреть на невидимое. אנחנו צריכים לראות את הלא נראה. Аминь. Аминь. Okay.